Твери прошел очередной профилактический рейд с участием сотрудников госавтоинспекции и представителей Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. Многие жители столицы Верхневолжья видели, как некоторые водители большегрузов перевозят мусор. По пути на полигон твердых бытовых отходов из непокрытого кузова в разные стороны летит содержимое, засоряя проезжую часть и обочину. Именно такие факты фиксируются и пресекаются в ходе совместных рейдов сотрудников госавтоинспекции и министерства. Должны соблюдаться определенные требования к перевозке этих отходов. В частности, отходы должны быть покрыты, должны не пропускаться из сгоров на площадь попадания. В ходе каждого рейда с водителями машин, перевозящих отходы, ведутся профилактические беседы по разъяснению действующего законодательства. Совместное мероприятие направлено на выявление фактов выгрузки отходов с транспортных средств в неустановленном месте. За такие правонарушения предусмотрен административный штраф в размере до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации транспортного средства. Такие рейды проводятся на регулярной основе. В Твери торжественно встретили сводный отряд полицейских, прибывших из служебной командировки. В течение полугода тверские полицейские оказывали своим коллегам на Северном Кавказе содействие в поддержании общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Сотрудников встретили руководители регионального ОМВД, родные и близкие. По словам временно исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Тверской области полковника полиции Сергея Голубева, личный состав Тверской полиции, находясь в командировках, своей безупречной повседневной службой с неизменным успехом достигает высоких показателей в работе, вносит существенный вклад в укрепление правопорядка и законности. Полицейских, отличившихся в службе, поощрили ведомственными наградами. Вскоре сотрудники полиции продолжат службу в своих подразделениях, а в рамках плановой смены личного состава в командировку на Северный Кавказ отправился очередной отряд тверских полицейских. Военнослужащие управления Росгвардии по Тверской области провели практические занятия по основам военной службы с учениками 10 класса 16-й средней школы. Ребята ознакомились с навыками безопасного обращения с оружием, применением средств индивидуальной защиты, правилам чтения топографических карт. Сотрудники регионального управления Росгвардии на постоянной основе сотрудничают с учебными заведениями региона, формируя у ребят необходимые для прохождения военной службы морально-психологические и физические качества, воспитывают в школьниках патриотизм, уважение к историческому и культурному прошлому России.